предлагаю вам свой рецепт соуса из фисташек. Это полезная альтернатива майонезу, им можно заправлять салаты или пасту, у него получается необычный терпкий вкус, который обязательно вам понравится. Ниже я расскажу подробнее, как приготовить фисташковый соус. Если у вас недостаточно мощный блендер, то предварительно замочите орехи в воде на пару часов. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Подготовьте все ингредиенты. Очистите фисташки от скорлупы. Измельчите фисташки с водой, перцем, солью и пищевыми дрожжами. Перелейте соус в баночку, добавьте пробиотики и перемешайте деревянной или пластиковой ложкой. Оставьте соус без крышки в духовке, йогуртнице или дегидраторе при температуре 50 градусов на 8 часов. Затем уберите соус в холодильник. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Фисташковый соус готов. Приятного аппетита! Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. А теперь ингредиенты. Фисташки 30-40 грамм. Вода 120 миллилитров. Пищевые дрожжи 1 столовая ложка. Соль 3 чайных ложки. Перец черный 1 щепотка. Пробиотики в капсулах 3-4 штук. Количество порций 2. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Удачи, друзья, заходите.